Ежедневно сотни тысяч врачей борются за жизни пациентов в больницах. Работают сутками, не спят ночами, чтобы каждый нуждающийся смог за самые короткие сроки почувствовать себя лучше. Однако не каждый из них хоть раз задумывался о том, какую значимую роль в их скорейшем выздоровлении играют медицинские сестры. Именно поэтому 12 мая официально провозгласили Днем медицинской сестры. Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, но отмечаться этот Международный день стал только с 1965 года. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Так, в рентгенологическом отделении университетской клиники, превозмогая себя, трудится Елена Алексеева и дает надежду каждому, кто переступает порог ее кабинета. Она с детства поняла, что ее призвание – это медицина, и изо дня в день помогает всем нуждающимся в помощи. Самое важное моё в профессии – помочь, наверное, все-таки людям, какую-то помощь оказать для пациентов. Все-таки они нам доверяют, они идут к нам за помощью, и мы все-таки должны не разочаровать их. В рядах медицинских работников есть не только медицинские сестры, но и медбратья, которые не уступают своим коллегам в профессионализме. Делюс Гореев один из таких. Как и все профессии, его детская мечта и цель, которой он долго шел. Сейчас он самоотверженно спасает жизни, работая в отделении неврологии, где каждый день к нему поступают десятки пациентов, как никто другой, нуждающихся в помощи. Для каждого пациента нужен индивидуальный подход, нужно понимать его внутренний мир, что он чувствует, даже если вот у нас бывают пациенты, которые не могут говорить, надо понимать все-таки, чувствовать, что ему надо, что он хочет сказать. Вот, именно в этом, наверное, заключается сложность. В родильном же отделении работает Алия Барудинова, акушерка, принимающая непосредственное участие в процессе рождения новой жизни. Ее главная задача – приложить все усилия, чтобы появившийся на свет новый человек был здоров и смог прожить счастливую и полную впечатлений жизнь. Самое приятное – это когда вот ты принимаешь роды, это рождается новая жизнь, ты помогаешь женщине, и вот эти чувства, ну, если честно, это не описать. Да, самый волнительный момент – это вот когда принимаешь и кладешь ребеночка маленького на животик мамочки, и это вот самое неописуемое чувство. Медицинская сестра – это настоящий герой среди белых халатов, которому каждый человек обязан огромной благодарностью. Медсестры – это те, кто посвятил свою жизнь помощи людям и спасению жизней. Их бесценная помощь во многих жизненных ситуациях, их нежность и внимание к каждому пациенту, их бескорыстность и мужество, с которым они всегда готовы выступить на помощь, вдохновляют нас всех. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.